Ребята, это не передать, как красиво. В Дагестане даже кошки, они очень гостеприимные, ласковые и дружелюбные. Чистый горный воздух. С ума сойти. Это круто. Это просто не передать. Фу, вот дух захватывает. Когда ты видишь со стороны, дух захватывает, когда ты поднимаешься сюда. И дух захватывает, когда ты стоишь над пропастью, и тебя разделяет метр. Дух, только сильные люди смогли обосноваться, удержаться, и великая страна. Здесь Лермонтов, вот здесь он писал, в Цири, здесь кавказский пленник. Что там еще, я не помню, но... Богатейшая, богатейшая просто у нас с вами страна единая. Как бы ее не хотели разделить, как бы ее не хотели что-то с ней сделать, это невозможно. Эй, салам алейкум.